Простой набор для нетребовательных пользователей. В этом видео познакомимся с комплектом клавиатура плюс мышь Eifotec KR8520D, что в комплекте: проводная клавиатура, проводная мышь, документация. Начнем с клавиатуры. Это полноразмерная модель с цифровым блоком и мембранным механизмом. Клавиши нажимаются мягко и тихо, как и у любой другой офисной клавиатуры. А вот что необычно, так это упоры, выступающие из корпуса на тыльной части. Они задают наклон клавиатуры. При этом на каждом упоре закреплена регулируемая ножка для дополнительного наклона. Еще тыльная панель примечательно сливными отверстиями для отвода влаги. Но все равно будьте аккуратны. Это защита на крайний случай. Теперь о мышке. При длине в 119 мм она подходит для небольшой или средней руки, причем корпус симметричный. Так что неважно, правша вы или левша. Вес у мышки скромный. 90 грамм. Любителям тяжелых манипуляторов придется привыкать. По клавишам правая, левая, дополнительная кнопка двойного нажатия и колесо прокрутки. На дне мышки поместился оптический сенсор на 1000 dpi. Подведем итоги. Это простой комплект для работы за компьютером. За счет симметричной формы мышка ляжет в любую руку, а лазерная гравировка клавиатуры не позволит символам стереться при продолжительной печати.